играет абсолютно закономерно, легитимно в этом матче. Ну и по регламенту не вторая команда чемпионата, в отличие от российской премьер-лиги, а финалист Кубка играют супер. Да, и матч вынесен на максимально позднее время, чтобы футболисты показали хороший футбол. Далее изменения, это, конечно, на тренерском мостике. Пабло Мачин, удививший всех свои, пожалуй, не с фаворита этой встречи. Томаш Вацлик сегодня просто Севилья, команда Серхио Эскудеро 18-е, Рокки Месса 7-й, Хесус Навас 16-е. Консультации на общение. Как это у тренеров называется? Вот мы видим, к чему дело в итоге пришло. Но в Барселоне сегодня... под 8-м номером. Да, сегодня он как раз с Алькантрой вместе на поле. Это, правда, не Тьяго, а каталонский клуб. И Пабло Мачин очень часто ездил на... постреливал туда на дальнюю штангу. Но в Евросоюз с паспортом не европейца. Месси, хорошая передача. Пике свою карьеру в сборной Испании решил завершить. Но после подачи Месси со штрафного продолжим эту тему. Защитнику сборной Испании. Ну а пока новая пара в составе Барселоны, Пике и Ланг. И столько проходило атак на скорости, что Севилья никак не могла с этим справиться. Барселона тогда похоронила просто... Пришел Люк один, то есть сразу три человека из Барселоны перешли в Эвертон, потому шутки и стали появляться. Гражданина Евросоюза и, скорее всего, Марлон, да, бразильский защитник, который... Но пока эта схема не работает, Месси, удар, Вацлик, Навел. Хитро это было сделано. Я даже не уверен, как разыграли-то, а? Дембеле здорово покатил. И между ног мой Хесус Навас. 16-й Вербанега. 10-й Пабло Сарабия. Автор пока единственного забитого мяча. До мяча уходит от одного соперника. Дальше должны партнеры помогать. Месси. Ох, какая передача! И Суаре. Матч будет всего один, а не так, как в предыдущие годы традиционно. Из двух встреч выясняли. Так, под первым номером Габи Меркадо 25-й, Серхи Гомес 3-й, Симон Кьяер 4-й, капитан. Да, это может доставлять определенный дискомфорт, но вот что творит Лионель Месси, все равно являясь одним. Сегодня, кстати, как и на чемпионате мира, если будет... сезона. Пике делает передачу на партнера Лионель Месси. О, какой пас вперед проходит на Суареса. Метровый офсайд, но хорошая передача Месси отрывается от Кьяри. Подача и удар. Для чего? Но с учетом ухода Еремины, чуть более 30 миллионов Барселона... максимально внимательно распоряжаться своими шансами. Подача, штрафную площадь. Кьяр выносит здесь мяч. Уже теми этих защитников даже 5, потому что Эскудеро закрывает левый фланг, а правый закрывает... фирменной атаки с участием Месси, когда он получает мяч и начинает обыгрывать соперника. Но были, и вот... Безусловно, Месси участвует в атакующих действиях Барселоны. Я просто имел в виду именно ситуацию, когда он один пытается обыграть соперника, а не перкупка УЕФА. Реал против Атлетико, победитель Лиги Чемпионов против победителя Лиги Европы. Другой мяч переадресовать. Видно было, что газон для них тоже такое дополнительное испытание. Рафиня оставляет мяч Месси. Пике, кстати, впереди остался. До сих пор находится в штрафной пыли. Потому что Барселона, вот, когда так взвинчивает темп, конечно, Севилье становится тяжело. Месси еще один момент готовит для своей команды. Рафиня. По штрафной Севильи. И когда выносили игроки Севильи и игроки Барселоны, там пытались друг идти в предыдущих матчах. Так что такие профессионалы, мне кажется, должны рано или поздно с этой проблемой все-таки справиться. Да? Подготовили для себя, потому что концовка, конечно, с большим преимуществом Барселоны проходит. Разыграли снова мяч после. В плане Пари Сен-Жермен забрать Дембеле себе, потому что Томас Тухель. Какая передача Месси. Томас Тухель, который с ним здорово поработал в дортмундской Боруссии. Месси. Пресс. Месси. Удар. И момент. И забивает. Рара Пике. Да, ну абсолютно чистый гол забивает Барселона. Ничья 1-1. На всякий случай, ну раз испанским арбитрам предоставлена такая возможность, почему бы не попытаться? Смотри, как мяч попал. За систему ВАР, ну, они здесь настаивают на чем? Что было положение игры, но не те голы. Вот это невнимательность Климана Лангле. А Барселона включилась, да? Месси. Сыграли в стеночку, и Месси может и пробить с левой ноги. Хорошо входит мяч, но это уже футбол высшего класса. Вот ты говорил о том... Но тот в одно касание здесь уже не стал играть на Дембеле. Может быть, вспомнив предыдущий эпизод, когда Дембеле не побежал. По именам. Побежал вперед Луис Суарес, но в холостую он туда сбегал. И
Играет назад Ракитич. Месси. Заброс на Дембеле. Суарес вот так вот со временем по ходу этой встречи атака Барселоны, в общем-то, стала идеать. Оказалось, что тут-то как раз можно было это делать. И Дель Серро Гранде показывает, надо вставать. Еще в составе Милана. Ну, в общем, это было право Суаресу пробить. Смотрим. Опять Суарес и Месси. Разбегается Месси. Бьет сам слева. И Томаш Вацлик. Был Вацлик. Потому что мяч вот именно так нырнет в нижний. Так все быстро шло. Хорошо для Севильи. Неплохо пробил. Бускетс. Месси. Вот сейчас можно. Да, на Дембеле. Удар Вацлик. Был бы к левой ноге, то... Видишь, далековато отпустил за пределы поля. Еще раз смотрим. Месси, ну вот, тянулся к мячу. Дальше поперек. На Лионеле Месси есть партнеры открытые. Жорди Альба. Сейчас стенку. А это уже был не Дембеле. А Луис Суарес. Месси забрал штрафную площадь. Там еще и Клеман Ленгле. Действительно идет подача. И Вацлик. Битра там, видимо, офсайд зафиксировали. Так что свободный удар исполнит Томаш Вацлик. Алиси Бускетс и Пике. Находится в данный момент около штрафной Лионель Месси. Не пустили в одиночестве вперед. Были предложения в начале тайма туда за спину защитникам. Теперь, наоборот, он подбегает. Может быть, ждет 80-й минуты. Ну, вот за счет расстановки, конечно, и умения вот на этих... Здесь гениально сыграл Вацлик. Вацлик, правда, на его стороне. Ногами отражает он мяч после удара Лионеля Месси, ну, с близкого расстояния. Если два предыдущих... Тиньо, дальше Месси! Удар, застревает мяч в ногах. У Гапюрка хлестки получаются у него раз за разом удар. Еще одна атака Барселоны, но здесь отодвинули Филиппа Коутиньо. Альба. Ну, все ищут и ищут. Месси, Альба! Классно! Суарес! Вацлик! И Бижонский даже где-то вратаря перекинуть. Вот справляется. И у него была же возможность. Которые выступают за Севилью. Сегодня нету заявки Стивена Нзонзи. Все ближе и ближе, как пишут средства массовой информации, к переходу в Рому. И поздравляем Барселону с победой 2-1. Действительно, очень яркая такая эмоциональная концовка. Ну и что? Ну вот судейская бригада. Мне кажется, были определенные вопросы по работе сегодня Карлоса. И вот уже только сине-гранатовые ленточки на этом суперкубке. Поздравляем! Как и чемпионат Испании. Как и чемпионат Испании, да. Все будет здорово, все будет, как говорят в песне, офигенно.